Всем всего доброго, всем привет, с вами Стас Кобальт, это канал Стас Кобальт. Ну вот обещал по стате рассказать, как вот стата работает в танках. Ну вот на примере этого боя, да, почему я говорил в предыдущих видео, и что я не сильно стате доверяю. Вот стату можно сделать или подделать. Ну как подделать? Ну допустим играть только на голде, только с прем-аккаунтом. Еще и на читах, если вы будете играть, так это вообще прекрасно. Это будет у вас минимум 80%. Причем я видел даже стримеров и стримерш, я не буду их сейчас называть, как бы их дискредитировать, вот. Но тем не менее, я играю, смотрите, обычные там стоят ББхи, ну на этом стоят кумулятивы, но... Тем не менее, я не пользуюсь этими голдовыми, поэтому многие прям играют на этой голде и не стримаются. Как бы и в стримах это все выкладывают. Я даже такие стримы, в принципе, и не уважаю, и не смотрю никогда. Потому что на голде это играть, это, ну, как говорится, как себя не уважать. Поэтому... Я говорю, что, в принципе, там вот я не... Ставил на борще голду, который я вот недавно продал. Он просто все шьет, у него 311 там пробития, поэтому начинает там просто всех крошить. И ну как бы да, интересно, но просто на голду надо переходить, допустим, в нечистый бой, знаете, а вот ну там в конце, если у вас остается там один на один там, или вы остаетесь один против троих, там, или там, и так самое. Ну, как говорится, под конец боя, да, ее целесообразно, как бы, использовать. В этом ничего такого я не вижу. А когда я выезжаю, и там какой-нибудь выезжает на тебя этот... с первых минут и начинает тебя этими голдовыми шить, крыть спереди и сбоку, я не понимаю, потому что... Я даже вот не понимаю, когда... команда у них проигрывает, то есть, а он все равно на этой голде тебя этой голдой швыряет, кидает. Ну уже очевидно, что проиграешь, ты уйдешь в минус, нет, он тебя этой голдой кидает, кидает. То есть это вообще непонятно. То есть целесообразно в конце использовать, целесообразно использовать ее один на один или так, ну как бы есть, да, такие моменты, да, только голда. Но вот сейчас смотрите. Зачем голду использовать, если вот и так все пробивается? Просто целись, стреляй, просто какие-то эти выцеливай, да, и все, и слабые места, это вот стреляют на голдах только те, кто вообще, ну, не знает, как, что, где это пробитие. То есть голду ставят, стреляют, вот. Ну, то тем самым, конечно, вы сами понимаете, что статистика у игроков будет испорчена вот этими голдованами, да, как говорится, которые эту голду используют туда-сюда, не по назначению. Вот, Wargaming это, конечно, поощряет использование, что очень, конечно, очень жалко. Вот видите, ну сейчас, да, сейчас такой бой не качели, да, сейчас вот они сейчас проиграют. Но тем не менее, я просто был удивлен, когда я не открываю эту статистику, знаете, после каждого боя. Просто я обещал, думаю, показать вот прям наглядно, думаю, что точно показать и сказать, что почему эта стата, почему она... я ее вообще не смотрю и не уважаю ни этих статистов, никого, мне вообще пофиг, видите. Ни моды, ничего я не смотрю, эти, у кого там желтая, зеленая, фиолетовая, я вообще не смотрю. То есть я удивился, тут наверное, половина команды, у них были чуть ли не фиолетовые, и как они могли нам проиграть, это непонятно. Даже если вот этот вот не играл, этот Лёва, то все равно у них там просто, ну, просто невозможно было нам проиграть с нашей статистикой. Там просто, я не знаю, у нас статистика просто, я не знаю, какие-то там играли, я не знаю... Вот особенно вот у этого статистика просто нереальная. Кстати, я его, по-моему, не пробил, да, даже первым снарядом. И вот видите, меня кто-то сзади даже свой попал. То есть...
Просто нереально, вот просто нереально, я говорю, там такой будет разброс по статистике, да. Вот я не боюсь на этом танке, жму, как бы, не стою в кустах, не стою не это, потому что, да, на борще вот я стою, приходится стоять, да, иногда, потому что у него мобильность и поворотливость очень, конечно, слабая, и слабая скорость. На этом, да, на этом можно погонять 45 километров, что я и делаю. Вот регулярно, видите, я не боюсь. И против форты, и против ПТ, в принципе, выхожу. Вот как карта тут грамотно сыграла, спряталась за этот танчик. И я ее не мог выцелить. Тут вот, да, видите, промазал. Но, тем не менее, даже такая наглая арта. Ее сняли, убрали, да. Вот остался там нереальный статист. И... да, и еще там кто-то. Ну, в общем, короче говоря, смотрите, я практически даже никого не убил. Сейчас он меня не пробивает. Удивительным образом. Он меня, кстати, стрелял не голдой, да? Да, я его забираю, этого нереального статиста. И вот сейчас смотрите по статистике, почему ей не стоит доверять, почему ее накручивают кому-то. Вот, может быть, даже за донат, если вы донатите постоянно, то у вас будет статистика. Даже если вы слабый игрок, вам ее статистику просто накрутят. Вот смотрите, на примере вот этого боя, с кем я играл, какие у меня слабые игроки были в команде. То есть, ну, 5000, ну, вот здесь вот почти 7, да, но потом 5000... 6 еле-еле, 7, да, ну здесь вот, ну смотрите, это вот 3-4, да, игрока, остальные, смотрите, 3-4, я сейчас наглядно, здесь вообще 8000, нереальная статистика в другой команде, 8000, 8000, 6000, 7000, то есть я еще в 9000, то есть я еще подробно еще, ну здесь вот 5000, еще раз я пройдусь. 4500, ладно. 5000. 400. 7000. Дальше, смотрите, какая тоже. По 6000. 4000. 4500. 3000. Лёва, он бы ничего не сделал, потому что у него... такая стрёмная статистика. 5000 у последнего. Ну, здесь 6000. А дальше, смотрите, 4000. 6000. Ну, у нас ни одного, ни 9 не было. Ни даже 8. 8-1 был. У них и 9, и 8. 5000. 4000. 5500. 4000. Ну, то есть, видите сами, что 5-4. Ну, того же. 3-4. Ну, то есть, такая статистика вообще невразумительная. 5000 еле-еле. Ну, вот здесь вот 7000, вот этих вот я показывал, да? То есть, статистика прямо разнится, прямо нереально разнится. Вот. 5000. Ну, то есть, у них... по сравнению с нашей статистикой, у меня 6000 у самого, да, то есть, посмотрите, сразу первый. Просто нереальная статистика, просто. Как они могли проиграть, это просто надо, я не знаю, догадаться или вообще... То есть по 9, по 8, по каких-то нереальных там... Нереальная стата, 6500... Это вот тоже хорошая стата. Такое количество боев просто нереально. 7 тысяч, смотрите, 40 тысяч боев. 9 тысяч, такую стать, это вообще редкая какая-то. Ну, есть еще больше, но тем не менее, это вообще тоже нереальная статистика. 9 тысяч, это просто нереальная статистика. То есть он должен на голде и на премии и так далее постоянно играть.
Вот такие дела, ребят. Так что, говорю, статистика ничего не решает. Статистика это все ерунда. Статистику я вообще не смотрю. Статистика это ни о чем вообще. То есть они должны нас просто тут порвать. Просто. 7 тысяч. У нас 2-3 человека было 7. Даже восьмерок не было. У них и 8, и 9, и 9-тысячник. А мы ничего не смогли. Они ничего не смогли против нас сделать. И у меня... Я топ. У меня топ среди всех них. Это, еще раз говорю, статистика вообще ничего не решает. Все, с вами был Тоскоболь. Всего доброго, до свидания.